Тираспольская грибная база на пороге необычного эксперимента. Впервые на старт выйдут байдарочники и академисты. Вместе. Таким будет первый турнир памяти почетного гражданина Тирасполя Игнатия Дьяченко. Интересная программа, она будет впервые реализована у нас в республике. Это и короткий спринт, это будут и миксы, где в одной лодке будут и мальчики, и девочка сидеть. Разные дистанции, как 200, 500 метров. Будет показательный заезд, по примеру, Российской Федерации, где академическая лодка более крупная, класс судов, будет соревноваться против крупной лодки байдарки четверки. В турнире выступят более 30 экипажей из Приднестровья и Молдовы. В одной паре могут гоняться представители разных городов. Совместные заезды академистов с байдарочниками в России проводят уже 2 года. В России проводился на 1000 метров, где изначально байдарка вырвалась вперед, просто она быстрее разгоняется, а затем уже академия буквально там на последних метрах дистанции вырвала победу. Мы посмотрим, как у нас на 500 метров ребята справятся с этой задачей. На столичной базе тренировки не прекращаются. Немного сменили время. Вместо обеденной жары спортсмены выходят на воду в утреннюю прохладу. Сейчас ведущие гребцы готовятся к выступлению на чемпионате Белоруссии и чемпионате мира среди молодежи в Италии. Наши ребята, которые входят в состав сборной команды России, они примут участие в чемпионате Республики Беларусь. Они сейчас находятся на учебно-тренировочных сборах. Недавно прошел чемпионат России, где они показали достойный результат. Итак, суббота, 16 июля. Грибная база Тирасполя и турнир памяти Игнатия Дьяченко. Первый опыт для Приднестровья. На совместные старты выйдут байдарочники и академисты.